Ну, сначала здороваемся, как бы, а потом начинаем концерт. Добрый вечер, дорогие друзья. Я говорю, что сегодня здесь собрались те самые любители джаза, без которых мы просто жить не можем. И мы начнем нашу программу с старого-старого блюза. Почему с блюза? Ну, потому что блюз – это душа джаза. Thank you.
Но как было объявлено в рекламе, сегодняшний вечер посвящен Дюку Эллингтону и Джорджу Гершвину. И, конечно, у нас будет в программе и Дюк Эллингтон, и Джордж Гершвин. И сейчас мы сыграем композицию Джорджа Гершвина, Дюка Эллингтона, которая называется «Don't Make Me Think». Thank you.
Thank you.
Thank you.
небольшую паузу, и пока у вас буфет. Когда-то очень давно, когда я приобрел маленький приемничек, и там мы услышали с моим братом совершенно дивный голос Билиса Канвера, который передавал по радиостанции «Голос Америки», передавал джазовую программу. И каждый раз эта джазовая программа начиналась с известной композицией Стрейнхорна, ну это почти то же самое, что никто, которая называлась «Take the Train». Мы сейчас ее и начнем. Thank you.
Thank you.
подвергался экологическому завершению. И приближаясь, мы сыграем сейчас композицию Дюка Эллингтона, которая называется «Сиджен Блюз». Thank you.
Clear Family. И вы любили это музыку большое. Thank you.
Thank you.